Привет подписчикам и зрителям моего канала. Сегодня у нас трофи-покатушка один к одному. Катаем на трех тачках. Серега, экипаж Бобры, пригласил. Катаем в районе Рогачевки. Сегодня должно быть интересно. Катаем сегодня на трех машинах. Две из них Нива, моя, Сереги. И еще с нами Газик. Такой тачки я еще не видел у нас на покатушках. Но должно быть интересно. Сейчас покажу тачки. Вот моя Нива. Почти стандартные колеса. Где-то 27-е. Две дополнительные блокировки установлены, 100% электрические. Лифта нет. Ну и подвеска в целом стоковая. У Газика 32-е колеса. Резина Гудричи. Должно быть интересно. Ну и Серега на 30-х колесах с задним самоблоком. Про тачку и рассказывал. Сегодня только у него одного лебедка установлена, поэтому я думаю, будем сегодня осторожнее ехать. У меня сегодня самые маленькие колесики, но зато все блокировки 100%. Посмотрим, как будет. Сейчас завтракаем и едем на маршрут. Так, ну все, назавтракались, выехали. На маршрут едем. Походу будем снимать. Легкое дно, прям вообще ровное. А я как-то здесь застрял. Помнишь? Да, тогда там глубоко было. Так, а вот и первое препятствие. Выглядит не страшно, на самом деле так себе. Так, Серега пытается преодолеть. Первым. Смотрим. Вот такие здесь пенечки. Походу я на блокировочках поеду. Ага, сзади вот эта фигня поднимается. В целом нормально. Так, посмотрим там дальше, что. Дальше. Так, вот там тоже какое-то углубление большое. Ага, углубление такое. Ну, вроде идет. О. А, ну это за багажник. Так, Газик следующий. Газик едет. Сейчас смотрим, как он пойдет. Ну, я думаю, ему проще будет. Так. Да, и старые колеса все-таки. Так, и то место. Теперь я попробую.
пробираемся через какое-то поле вдоль леса. И вот здесь, Лех, вот слева река, она вышла, и вот где мы сейчас вот едем, тут все было затоплено по капоту. И вот это поле справа тоже. Посмотреть видос. Еще раз, как называется? Что-то поле против кого-то. Башня против джипов. Ага, вроде да, помню. Там Нива, белый УАЗик на фотке и трактор. А это когда примерно было по годам? Год, два, три. Наверное, два. Ну все, на этом нет. Едем вдоль поля. Дорожка интересная. Травы по зеркала. Но в целом легко едет пока все. Но Оля говорит, что там впереди какой-то мостик аварийный, который неизвестно, мы переедем или не переедем. А слева речка течет. Тут у нас вот такой узкий мостик с провалами слева и справа. Вот, тут речка. Серега пробует проехать первым. Тут главное не промахнуться. Сейчас будем помогать рулить. Так, ну для понимания. Здесь провал на мостике. Колесо слева должно здесь... Получается, в эту ямку провалится, но справа не должно проваливаться. Иначе сядет. Все ровно стоит, давай. Оба. Сюда, руль, зачем крутишь? Геометрии тут даже Сереге не хватает. Не важно, давай, сейчас пойдешь, тут нормально уже. Еще, сейчас уже выходить будешь. Так, я включу все блокировки, наверное. Нормально. Все, идеально. Проехал. Так, газик следующий, потом я. Так, газик. Выехал на точку. Так, Серега подсказывает, газик едет. Вот здесь провал. Так, едем дальше после мостика, пробираемся через джунгли, крапива выше крыш. Так, а снизу вот там еще какая-то глинистая грязичка. Класс. Ветка нужна? Блин, шо покупаю. И там какой-нибудь тигр из травы. Высокая трава, и давно здесь не были, я буду так на катиком ехать.
тесное препятствие. Серега здесь нехило буксанул, вот дальше там тоже что-то борется. Вот сейчас посмотрим, как газик пойдет, сейчас Володя спереди снимет. Впереди небольшое препятствие. Серега преодолевает. Как небольшое, нормальная диагоналочка. Так, гадик поехал. Объезжает. Ну, ё-моё. Так, дерево нам на пути у нас. Газик пройдет его или нет. И там сразу после него чирп. Там, там. Так, еще одно препятствие у нас на дороге. Вот такой мостик узкий, крайне узкий. И вокруг какие-то болота. Серега продумывает, как будет проезжать. А, ну здесь...
легче даже, чем прошлый мост получается. Так, Серега штурманит. Помедленней! Да, быстро. Пониженная, недостаточно пониженная. Да. Да, да. Но погнулся. Выехали еще куда-то. Едем дальше. Дорога какая-то стала такая прям лайтовая. Ну, красиво. Справа, слева какие-то озера. Красота. Короче, крайне интересная дорога нам попалась. По пути какая-то собранная из кусков бордюра, асфальта и так далее. В общем, даже местами где-то что-то чиркает. Эти бордюры. Интересный круг. Вроде визжабельно, но быстро не поедешь, по крайней мере, моим клиренсом. Прием, Илья. Прием, прием, я ползу почему. А мы думали, тебя уже волки украли. Нет, я тут чирку иногда поэтому не гоню.